Друзья, всем привет! Сегодня будем вырезать свиточек. Прорисовал и так, чтобы было видно, с тенями. Значит, выделим по всему периметру свиток. И остальную часть мы опустим ниже. Будет свиток на рваной на доске. Свитке потом можно будет либо какую-то иллюстрацию, либо значит, текст. Что мы делаем? Прорезаем, опускаем. Значит, выбрал я одну сторону, также повторю с другой стороны, и учитывать нужно глубину выборки, так чтобы вот этот вот свиток закругления, оно было как бы не плоским, но было кругленьким, потому что здесь тоже придется вот снимать немножко. Поэтому выберу я где-то на пол доски и еще немножко сниму, чтобы вот эти вот вещи смотрелись красиво. Закругление свитка. Я думаю, что ясно. Значит, по периметру. Сейчас начнем вырезать сам свиток. Так, карандаш мне. Вот где свиток закругляется сюда. Вот, скажем, вот от этой линии. И вот до этой вот. И начнем сейчас запускать его, потому что он сам-то идет под наклоном вниз. И мы берем вот по этой полосе. И запускаем полностью данный свиток. Так, чтобы вышло и сюда. Вот так. Тут свиточек закругляется более мелко. Мы рисунок срезаем, потом дорисуем. Потому что в половину толщины свитка мы будем тоже убирать. Только чтобы здесь остались вот эти вот завихрюшки. Вот. Также делаем и с другой стороны. Потом это дело закругляется. Вот так. Рисунок должен оставаться либо в голове, либо на бумаге. Работа объемная, не просто плоскорельеф. Хотя и казалось бы простая работа. Но рисунок дорисовывать придется.
Работа работой, а обед по расписанию. Вот у меня сегодня овсянка на молоке с сахаром и маслицем. Детская неожиданность. Такую кашку нам давали в детском садике. Друзья, вырезал я одну часть самостоятельно, чтобы показать, к чему я иду. Значит, вот у нас деревяшка, вот сверху свиток, это все будет сбиваться. И сейчас самым упорным, и кому это интересно, мы вырежем второй край вместе. То есть вот он должен получиться вот таким вот. Режем второй край вместе. Так, значит, я вижу рисунок, и мы должны задать форму. Кто не видит рисунок, подрисовывайте себе вот так вот, как оно было. Вот мне, в общем-то, понятно, что здесь должно быть, поэтому я, вот видите, я сделал даже, чтобы свиток был такой, как качеля. И вот. И я задаю форму самого свитка. Но самое сложное здесь вырезать вот эти вот края для начинающих. Вот эти края. Я задаю форму, потому что они как бы раскрыты идут. А здесь по краям наоборот, сюда. Можно взять даже выборочку такую. И задать форму. Так, сейчас мы будем вырезать вот эту вот часть. Так, после того, как мы задали форму, вот так вот начинаем прорезать. Раз. И два. Вот тут у нас идет такой завиток. Ну, вот так по нему. Раз. И здесь тоже завиток. По нему тоже. Выходим в эту линию. Тут тоже. Вот идет завиток. Вот. И по нему я связываюсь с этой линией. Вот. Ну и здесь понятно. Да, вот он, уже прорезано. Завиток и линия. Вот так тут она будет сюда. Сейчас мы выбиваем вот эту часть. Что у нас получается? Вот, сравним еще раз эту часть, и мы придали форму этой части. Сейчас будем вырезать завитки. На самом деле это делать просто. Вот как идет завиток,
идет за виток. Что я сделаю это топором? Вот, я прорезаю. Как идет завиток. Так. И вот тут. Раз. Так. Возьмем выборочку. Вот, значит, что у нас получается. Позвонили мне немножко, сбили меня. Значит, вот эту вот часть, которая идет вот, немножечко опускаем. И подрезаем туда, прям далеко, потому что здесь пойдут вход вот такие вот мелкие стамесочки. Где можно делается крупным. Ну вот, он в принципе уже вырезан. Я там на той стороне еще мелкой туда добирался. Подальше было. Но это не суть важно. Вот здесь можно ее применить мелкую. Вот, значит. Ну и теперь куча резаков под рукой, не знаешь, какой схватить. Вот, берем топорик, выравниваем все. И вот у нас получается уже свиточек. Сейчас проделаю уже здесь более мелкий. Еще раз, два, три штуки. Сейчас еще немножко выделю ее, потому что она получается выше, чем с той стороны. Вот так вот. Заодно почищу площадку свитка. Так. Вот у нас получается. Раз, два, три. Берем резачок. Прорезаем так. И здесь тоже прорезаем. Это край. Край этой улитки. Вот она. Раз. И теперь с этой стороны левой рукой беру, чтобы еще трудно снимать. Вот так мы ее подрезаем. Вот так, одной левой. Побольше возьму. Нет, не это. Надо с этой стороны брать. Просто подбираю, снимаю лишнее. Видите, уже получилось все. Уже все получилось. Главное, чтобы инструмент был острый. Не бояться, потому что многие боятся. Ничего. Первый блин всегда комом. Я когда делал блины, у меня и три блина комом были.
снял я слой и сделал так волной, чтобы это было похоже на свиток, на листок бумаги, который лежит на такой корявой доске. Сейчас я беру инструмент и просто почищаю, равняю где следует. Я когда взялся за эту работу, в конце концов я не знал, что будет здесь. Ну, сейчас я предполагаю, что будет какой-то текст. Была у меня одна такая работа, тоже, только чисто свиток, без доски. И там я бормашинкой, шариком, есть такая насадка, шарик с алмазной крошкой. Он очень хорошо пишет на дереве, ну, особенно на твердых породах. Ну и на липе тоже я писал тексты именно вот этим алмазным шариком. Очень классно получается. Так что, возможно, здесь я тоже так поступлю. Вот так вот. Пошлифовал я работу. В принципе, в таком варианте под надпись она готова уже. Свиточек такой. Не хочу видео растягивать на полчаса. Хочу все рассказать, все показать. И поэтому видео получается очень длинным. В следующем ролике я покажу готовую эту работу. Есть у меня кое-какие идеи. Желаю всем хорошего настроения, здоровья. Всем пока!